Маленький щенок-девочка родилась на улице, и ее будущее не сулило ничего хорошего. Ее мама, братики и сестрички исчезли непонятно куда, а кроха очутилась в руках местной детворы. Ребята привязали к ней веревку, а потом стали выгуливать животное, таща его за собой по асфальту. Какая участь ждала бы кроху, если бы не Ольга Лукашенко, неизвестно. Кроха еще толком не умела ходить самостоятельно, а вдобавок родилась уже без одной лапки. Девушка отобрала трехнедельную собачку у детей, забрав ее к себе. Конечно, кроха была в плачевном состоянии, но Оля твердо решила вылечить ее и подарить ей счастливую жизнь. Девушка была уверена в том, что любовь и забота сделают свое дело. Оставить ее у себя она не планировала, но сразу стала искать животному новых хозяев. Ольга встретила замечательную девушку Наталью, которая решила доверить кроху. Теперь животное зовут Айза. Обаятельная и преданная собака растет активной и очень ласковой. Она будто бы понимает, от чего спасла ее новая хозяйка.